Вот я приехала на Jupiter Island. Не знаю, снимается, не снимается. Снимается, ура, снимается. Ой. Так, я на Юпитере уже. US Highway. Так, вот это я уже на острове, который называется Юпитер. Итак, я промахнулась опять же, проехала вот это хайвей номер один, а я сейчас выйду A1A. Дорога, которая тянется прямо вдоль океана. Вдоль океана, и она меня приведет в Майами. В общем, я промахнулась сегодня по поводу... Выключаю я свой этот. Промахнулась я сегодня со своего этого каменного пляжа. Я проехала мимо Палм-Бич. Итак, сейчас 2 часа дня. Я проделала уже 250 километров от дома. Больше. 120 миль. О, где-то 300 километров я уже проехала сегодня. Итак, я поехала тогда на Майами. Раз у меня не получилось, я могла бы сейчас поехать на этот Юпитер Бич, но он закрывается в 4 часа, пока я туда доеду. Это такой круг давать, опять-таки, по дороге к дому. Смысла нет. Я уже сейчас поеду тогда в Майами, и на обратном пути я обязательно остановлюсь. Когда буду ехать с Майами домой, с Кивеста, я обязательно остановлюсь на этом пляже и сниму, потому что я обожаю этот пляж, конечно. Итак, вот это остров Юпитер, Jupiter Beach, Jupiter Island. Она хочет, чтобы я повернула налево, у меня в моем телефоне навигатор. Я вроде ее отключила, а навигатор-то не отключила, она мне и советует, поэтому я ее слушаться не буду. Я еду прямо, а потом поворачиваю направо на A1A. И вот эта трасса будет потрясающая, красивая, узенькая такая трасса, она, естественно, не скоростная. Так, вот это что? Да, вот она должна быть A1A, потому что другой трассы здесь нет. Так, а где я не вижу? Я так везде говорила, что везде. Ну да, понятное дело, что это только должна быть только A1A. Другой тут уже быть просто не может трассы. Потому что там, ну ладно. Итак, я выехала на свою любимую дорожечку, вот такая узенькая она. И вот она будет тянуться вдоль побережья Атлантического океана до Майами. И вот сейчас я подъеду к океану, то есть вот эта дорога меня сейчас выведет к океану. И там уже вот с этой стороны видна вода между деревьями. Вода, 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 вода. Это уже заливы пошли. И с той стороны вода, и с той стороны вода. Ладно, сейчас я подъезжаю к океану. А! Как красиво! Так, какой-то парк. В парк мне не надо. Какой-то парк очень красивый, большой. А, вот уже и пляж, уже можно пойти искупаться. Пойду-ка я, наверное, искупаюсь. А вдруг тут тоже такая же красивая водичка? Хоть я промахнулась. Бич-паркинг. Парк closed. No, it's not closed. Ладно, я посмотрю. Я посмотрю, куда я приехала. Я на этом пляже ни разу не была. Сейчас посмотрю. Мне пора уже, наверное, искупаться. Красивенько так, все аккуратненько, все чистенько. Она хочет, чтобы я повернула налево. Все, ладно. Все, пока-пока.